Это байка. Отлично. Это экономически неоправданно, если здесь все перевести в деньги. Мы тут говорим про такую категорию людей, которые, видимо, деньги – это во главе угла, то экономически будет неоправданно. Сахар стоит денег, развести его до жидкой кондиции стоит, ну, тоже это электроэнергия, это время и так далее. Потом пчелы это все возьмут, они потратят часть на свое развитие, то есть ну, просто проедят банально. А, во-вторых, они выпарят какую-то часть влаги, останется от этого сахарного сиропа какая-то... Если с такой точки зрения рассуждать, то проще глюкозно-фруктозным сиропом разбавить, что в принципе и делается. Это основная проблема с фальсификацией меда. То есть берется какая-то часть хорошего меда, потом глюкозно-фруктозный сироп, разбавляется все это дело, фасуется и продается. Отличить можно только в лабораторных условиях.